Hello dear students, and today we begin the new topic. Its name is Living Things. And we have got the lesson number 11. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы. Сегодня мы с вами начинаем новую тему. Тема называется «Живые существа», и по счету это урок номер 11. Цели нашего урока. By the end of the lesson, you will be able to learn and understand new vocabulary. Выучить и понимать новую лексику, новые слова. Далее, to use have, has, got. Использовать оборот have got или has got, что обозначает иметь. И последнее, to differ living and non-living things in English. Различать одушевленные и неодушевленные вещи на английском языке. Итак, задание номер один. Повторите слова за мной и запомните две формулировки. Living things – это одушевленные существа. Non-living things – это неодушевленные предметы. Итак, слушаем и повторяем. Number one, dog, dog. Number two, skateboard, skateboard. Number three, goldfish, goldfish. Number four, guitar, guitar. Number five, cap, cap. Number six, gloves, gloves. Number seven, snake, snake. Number eight, helmet, helmet. Number nine, digital camera, digital camera. Number ten, watch, watch. Number 11, comic book, comic book. Number 12, tortoise, tortoise. Number 13, trainers, trainers. Number 14, flowers, flowers. Number 15, basketball, basketball. And number 16, scarf, scarf. Now tell which are living things and which are non-living things. Скажите, какие из них одушевленные, какие неодушевленные. Создайте две колонки в тетрадке и разбейте их на два списка. Living things, non-living things. Страница 21, упражнения 3 и 4. Listen to Peter and complete the sentences. Послушайте аудио и дополните предложение. Hi, Peter. You've got a beautiful scarf. Thank you, Mary. It's new. Have you got gloves too? No, I haven't got gloves today. My hands aren't cold. Is that a basketball in your school bag? No, it's a helmet. И вторая часть задания. What have you got? Complete the sentences. Итак, разберемся подробнее с оборотами he has got, he hasn't got. Или I've got, I haven't got. He has got обозначает у него есть, у него имеется. Соответственно, отрицательная форма he hasn't got, у него нет. Далее союзы and – это и, и союз or – это или. Если вы хотите сказать «у меня есть», то вы скажете I've got, I've got. Или же развернутый вариант I have got. И последнее I haven't got – это «у меня нет», «у меня не имеется». В скобочках дан артикль «э». Это неопределенный артикль, и он, по сути, обозначает «один». Допустим, I've got a book. У меня есть
одна книга. I've got a dog. У меня есть одна собака. То есть этот артикль неопределенный. Когда мы используем его перед существительным, мы имеем в виду какой-то неопределенный предмет. Одна книга. Какая-то любая книга. Мы пока еще не знаем о ее названии, содержании. Мы просто знаем, что это какая-то книга. Опять же, если это a dog, просто у меня есть собака. Мы не знаем, какая порода у этой собаки, как ее зовут и так далее. Во второй части задания ваша задача дополнить предложение касательно вас. Что есть у вас и чего у вас нет? То есть используем I've got для предложений «у меня есть» и I haven't got для предложений «у меня нет». И на этом наш урок завершен. На сегодня все. Основная задача – учить новые слова. Все слова, которые были даны в начале урока, прочтите еще раз и постарайтесь запомнить, чтобы в дальнейшем их узнавать. Они еще не раз нам пригодятся. Я думаю, у всех все получилось. Thanks for your attention. See you next lesson and goodbye.